Тверичане, проживающие на спортивном переулке в Твери, забили тревогу из-за овчарки, которую хозяева регулярно выставляют на балкон в любую погоду. На вид молодую собаку постоянно держали на балконе. Она лаяла, громко скулила. Беспокоило это, конечно, соседей. Наш портал «Панорама.Про» опубликовал статью о таком диком содержании животного. Соседи рассказали, что после публикации собаку запустили в квартиру. Но как скоро она опять появится на запертом балконе, покажет время. Нужно помнить о двух аспектах. Первый аспект – это законодательный. Есть 498-й федеральный закон, в нем есть статья 13, которая регламентирует нормы содержания животных. Второй аспект – это аспект моральный. Просто если вы видите, что животное страдает, если оно скулит, ему одиноко, тоскливо. Хотели хозяева оказаться в такой ситуации, сидеть на холоде? Давно доказано, и это легло в том числе в одну из основополагающих норм закона при принятии 498-го федерального закона о том, что животные испытывают сходную с человеком палитру чувств. Здесь мы видим, что животное совершенно очевидно испытывает негативные эмоции, страдания. В первую очередь нужно руководствоваться моральными принципами. Если вы видите, что животному плохо, зачем тогда допускать, это подпадает под норму жестокого обращения, зачем его допускать? Мы будем держать на контроле эту ситуацию с домашним животным и при необходимости обратимся в правоохранительные органы.